Мытищи присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». За 2 недели до Дня Победы эта традиционная патриотическая акция стартовала по всей стране. 1000 волонтеров вышли на улицы своих городов, чтобы раздать прохожим черно-оранжевые ленты, как символ победы, мужества, бесстрашия и самопожертвования. Этим утром перед администрацией округа и в Центральном парке волонтеры, а также представители управления по работе с молодежью, начали раздавать георгиевские ленточки всем прохожим. Ленточек хватит всем желающим. Их приобретено достаточно много, поэтому мы приглашаем всех жителей городского округа Мытищи принять участие, получить ленточку и приобщиться к большой акции, приобщиться к празднованию Дня Победы. Сегодня из наградной лента стала символом нашей памяти и нашей благодарности тем, кто воевал и победил фашизм. Волонтеры в очередной раз напомнили, что георгиевская ленточка требует почтительного отношения. Непозволительно прикреплять ее на сумку или завязывать на запястье. Также не стоит размещать ленту на головном уборе, завязывать волосы или на ручках и автомобильных антеннах. Акция продлится до 9 мая. Получить ленту можно как на центральных улицах Мытищ, так и на сельских территориях. Кроме того, волонтеры будут раздавать георгиевские ленты на вокзале и перед торговыми центрами, а также у памятника самолету По-2.